Всем привет, друзья! Продолжаем нашу пшеничную лигу. Сегодняшние претенденты на полуфинал — это Гроссмейстер от Фельдшлёссен, Шнайдер-Вайс, ТАП, какой там, 7, да, 7, собственно, Шнайдер-Вайс, Фурсткек, это у нас кто? А, это Оттингер, да. И Либенвайс от Кайзера. Когда-то, кстати, был топчиком до сотки, конечно, сейчас цены выросли, это сейчас где-то рублей 150, наверное, стоит. Но это у нас как... Финалист Лиги Б сюда попал. Он-то 100 рублей стоит всего так-то. Этот где-то 200, наверное, сейчас. Этот 140 брал вот буквально 20 минут назад. Все, сейчас я разолью, потом все покажу. Все, как-то так. Пиво в бокалах, ждем Рада. Продолжаем наши дегустации Лиги А, соответственно. 4 пива у нас тут, как всегда. А сразу можно отметить, что третье какое-то нетипичное, да, наверное, для пшеничного. Совсем уж оно темное. Даже не знаю, что предположить. Пена самая богатая в первом экземпляре. Но, в принципе, она везде даже осталась, несмотря на то, что уже прошло какое-то время. Давайте посмотрим, что у нас будет по ароматике. Ну, тут хорошо. Все прям как должно быть. Яркий бананчик. Ничего более. Четенький такой. Немножко сладковатая такая ароматика. Здесь... О, вот это может быть даже испорченным. Ну нет, бананчик чувствуется, но какая-то вот нотка такая немножко кислая проскочила. Так что будем иметь в виду. Вот. Третий. Здесь должен быть другая немножко, мне кажется, ароматика. Здесь ароматика более слабая. Вот. Тоже немножко узнается пшеничные ноты, но такая она не очень. В общем-то. Пока первая самая такая лучшая. Блин, почему-то всегда так. Первые всегда какие-то хорошие, а дальше как-то идет хуже. Ну, ты пьешь просто то с этой стороны, то с той, я уж не знаю, как хуже. Ставить. Давайте начнем с первого. Ну, такая, знаете, не, по аромату лучше, чем по вкусу. А, тело достаточно легенькое такое, в целом, немножко кислинка здесь преобладает. Это не то, что нам хочется, как говорится. Второй экземпляр. Вот второй, мне кажется, да, он, по-моему, испорченный, потому что он даже какие-то ошметки в нем плавают. Он кислит избыточно. Поэтому второй мы тоже отсекаем, но это просто потому, что он подпорченный 100%. Не совсем еще, но уже какой-то стадии. Вот это ничего, тоже кисленькая. Тут пока нету восторга. Можно никого не брать. Ага. Не знаю, сейчас четвертый посмотрим. Сейчас четвертый посмотрим. А, ну да, кстати, там же этот еще трон был. Не, вот четвертый ничего так. Четвертый ничего так. Более полнотелая, более такая, она вкусненькая. Вот. Ну давай возьмем, наверное, четвертый все-таки. Ну, второй испорченный, чисто 100%. То есть, к сожалению, не удастся. Может, даже какое-то хорошее пиво быть, но ничего про него сказать не сможем. Вот. Интересно узнать, ну, что да как. Скажу, с дешевой пшеничкой, к сожалению, это случается. Странно, да? При том, что вчера с той же магазина мы записывали. Здесь, ну... Первый был Либенвайс, да? Так, а это что? Это Шнайдер. Семерка. Ого, ничего себе, чего он такой черный. Это Гроссмейстер, обалдеть. Обалдеть. Так, ну что, ладно, окей. Этот испорченный, ладно. Чё-то Либенвайс не дотянул. Хотя в целом объективно, конечно, он нормальный, но слабовато именно. Не хватает плотности. Он хорош был до сотки, сейчас за свои деньги уже не очень. Ну, он совсем простенький. Да. Ну, совсем ничем не примечательный. Здесь, наверное, вот самое интересное, вот именно как пиво. Ну, да, вот четвертый, наверное, больше всего именно в стиле. Это нормально, но оно вообще другое. Оно не пшеничка совсем. Нет, но это испорчено, это совсем простенько. Вот такие дела у нас, соответственно, выходит Гроссмейстер. Такой какой-то выпуск получился. Когда смотришь по виду, вроде все хорошо, красиво, а по факту что-то как-то не очень. Ну, и так тоже бывает. Все, ребята, лайк, подписка, колокольчик, пишите комменты. Вот, соответственно, кто что по этому поводу думает.
Всем спасибо за просмотр. Кто хочет поддержать, можете, соответственно, подписаться на Boosty, либо задонатить. Всем ребятам спасибо, кто поддерживает мой канал таким образом. Все, ребята, до новых встреч. Пока.